Так, ну, финальная стадия уже Алексы. В принципе, что самое главное, от USB-шных микрофонов, таких дешевых, по 2-3 доллара, можно сразу избавиться. Купил вот за 14,5 баксов такую аудиокарту. Она с двумя микрофонами на борту, с полноценным усилителем. Поэтому такие всякие усилки по 4-5 долларов можно выбросить. Ну и самое главное, у нее есть GPIO гребенка, можно сразу на малинку поставить. По поводу малинки, можно же в принципе использовать нулевую Raspberry Pi Zero, есть такая. Нет смысла такую огромную, у меня просто завалялась, и я решил ее использовать. Можно в принципе на Zero все это делать. Единственное, не хватает почему-то, пока я не разобрался, почему для Amazon Voice Services не хватает питания, поэтому пришлось сделать вот такой кастомный Powerbank из DC-DC и 18652 аккумуляторов. Почему? Потому что они реально выдают 3 ампера. Динамики изначально брал вот такие, потом решил отказаться от них. Чересчур громко, и отдельно нужно кастомно контролировать и настраивать это все, потому что в СДК это вот еще не до конца нормально сделано в амазоновском. В принципе, по корпусу, наверное, избавлюсь от этого корпуса, печатал вот этот корпус, думал сюда все это запихнуть, вложить, в принципе, все это помещалось. Но в принципе, можно даже меньше сделать за счет того, что вот эти динамики шли в комплекте с аудиокарты. Их можно разобрать и, в принципе, поставить. По всему остальному SDK, в принципе, более чем отличная. Есть куда смотреть. И самое главное, можно с помощью голосового помощника настроить вот такие вот небольшие релешки. Ну и, в принципе, включать-выключать питание, там, контролировать с помощью помощника свет в доме, открывать гаражи, двери там, и так далее. Все это дело есть. Теперь итог. Оно того не стоит, что, в принципе, кастомно вот так вот делать Alexa на борту подобного Raspberry или какой-нибудь другой платы. Почему? Потому что все это комплектующее вместе вот с динамиком и со всем стоит практически столько же, сколько готовый Alexa Dot на Amazon. Соответственно, Alexa Dot можно, в принципе, также приконнектить к STM32 и любым другим контроллерам, которые можно также связать с релешкой и всем остальным. И таким же способом открывать двери, включать свет и все остальное. Ну, в принципе, как-то так. Следующее видео сделаю, скорее всего, уже со сборкой всего этого и поговорим немножко с Алексой.